Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас жених и три невесты. Капитан по жизни и по званию Алла, сильная женщина Елена и начальник отдела Татьяна. А жених у нас Александр. Давайте знакомиться. Приветствую всех присутствующих здесь. Я Александр и пришел сюда сегодня для того, чтобы решить свою судьбу, найти избранницу своего сердца и создать семью. Меня пришел поддержать мой друг. Очень приятно, проходите. Александр, 55 лет. Сделал предложение девушке, она взяла тайм-аут на раздумья, а через 9 месяцев родила ребенка от другого. Александр – проектировщик в сети продуктовых магазинов. Гордится, что однажды выиграл путевку в Египет. Предупреждает, что не имеет сексуального опыта. Мечтает познать радость отцовства. Александр никогда не возьмет в жены курящую женщину с ребенком и не обратит внимания на свою ровесницу. Женится на скромной, интеллигентной женщине, которая согласится подарить ему сына. Здравствуйте! Ну, прям настоящий жених. С таким красавцем пришли, я уже прям начинаю задумываться о другом. Что-то изменилось в гороскопе Александра, нет? Знаешь, ничего не изменилось бы, но если бы Александр не был человеком старой формации, я бы тоже задумывался о другом, потому что женские и мужские планеты в вашем гороскопе находятся в постоянном конфликте. И роли у вас, мужские и женские, немножко спутаны. Вы, с одной стороны, человек достаточно покладистый, хотя и требовательный, и позанудствовать умеете. С другой стороны, женщин выбираете более активных, чем вы сами, и потом с ними начинаете успешно бороться. Ну, тебе-то как сегодня будет, Роза? Ой, Ларис, прям не знаю, что и сказать. Мужчина, который в 55 лет не имел сексуального опыта, ну, странновато, наверное, думать о детях. Наверное, больше надо думать о самом процессе зачатия. И, ну уж, раз вы так себя долго хранили, может быть, все-таки невесту будете холить и лелеять, как дар божественный. Хотя, в принципе, я вот вам рекомендую за любую. И курящую, не курящую, с детьми, не с детьми. Прям вот кто согласился, того и берете. И гуляющую, и гуляющую, и всякую, правильно. Скажите, Александр, я вам тогда эксклюзивный мастер-класс, можно сказать, по обольщению с женщиной преподала. Воспользовались? Ну, попытался по возможности, и да. Что получилось? Ну, практически безрезультатно, потому что, ну, поухаживал за одной дамой, она мне обещала позвонить, в конце концов, но не звонит. Ухаживал за другой дамой, ну, расстались тоже, поэтому в результате ничего не получилось. Лен, ну это твой вариант, Лен. Нецелованный парень, ты нет, как бы женщина нас с опытом. Ну, поскольку повторение мать учения, значит, я думаю, где бы нам устроиться, и я прямо вот на примере длинноногой блондинки, практически тоже девственницы, как и вы, с хорошим, мягким, покладистым характером, ну, преподам еще один урок. Вот давайте, Александр, давайте. Предположим. Вот Роза. Да. Длинноногая, высокая, юная блондинка. Так. С хорошим характером. Положим. Тоже без богатого прошлого. Попытайтесь, учитывая мои советы, если помните, либо я уже прям буду в процессе корректировать, познакомиться. Вот познакомиться. Допустим. Предположим, первая встреча в ресторане. Пойдемте со мной. Оба. Идемте. Ой, какая молодец, Розалия. Вот. Ну так же я блондинка. Длинноногая, без юная, особого бурного прошлого. Мало того, с хорошим характером. Покладистая. Вот вы пришли в ресторан. Правильно. Молодец. Розалия, не сдавайся без боя. Так, пожалуйста, здесь один режиссер, а вы даже не ассистентка, поэтому сидите и молчите. Ангел души моей, я всю жизнь стремился найти себе пару, и вот, наконец-таки, я встретил вас. Вы избранница моего сердца, и я хотел бы, конечно, связать с вами свою жизнь. Мужчина, вы меня что, хотите, что ли? Да, я хочу вас иметь целиком и полностью в качестве своей второй половины. Того же занимала. Ой, боже мой, какая развратная попалась нам невеста. Ну, почему? Александр. Не развратная, а умная. А что это он мне сразу предлагает? Руку и сердце, и все остальное. Странно вообще-то. Какая говорливая это оказалась. Александр, вот о чем будете говорить-то на первом свидании? Мы с вами на первом свидании поговорим о нас, о любимых, конечно. Вот, так говорите, говорите. Я хотел бы узнать, что вы хотите от меня в семейной жизни. Какие у вас есть интересы, претензии? Ну, я от вас еще ничего не хочу, потому что я не знаю, что у вас есть. Ну, у меня есть самое главное, это желание. Твердое желание и
Твердое желание. Да, твердое желание. Поверим на слово. Во-вторых, есть у меня и более прочная основа. Я профессионал своего дела, и поэтому могу вас всегда... А кем работаете? А работаю я проектировщиком магазинов универсальных, поэтому... Мау! Это работа... Ой, какой ужас! Так, мы сейчас заменим другой девушкой, если вы там будете ломаться. Здрасте, это я ломаться-то, извините. Я так, тут в образ гоняем блондинка. Ты же мне сказал блондинка. Хорошая девочка. Ну, что, я соглашаюсь, что ли? Ну, я надеюсь, вы согласитесь, и мы с вами поладим. Александр, а сколько мне лет? Ларис, хоть в образ-то войти. 49. С ума сошла. Значит, блондинка хорошо, ноги длинные тоже хорошо. А что у меня 49-то? Давай лучше 25. Хорошо, 25. Александр, секундочку, о чем будете говорить на первом свидании? Подсказываю. О женщине. Говорите, какая она прекрасная. Задавайте вопросы, связанные только исключительно с девушкой, с ее личной жизнью. Да? Хорошо. Вот хотел бы узнать. Как у вас личная жизнь не складывалась? И я надеюсь, что со мной она, видимо, сложится. Как вы полагаете? А вы что, доктор, что ли? Психоаналитик? Нет. Что-то вы меня про личную жизнь спрашиваете. Я не доктор, но все же, тем не менее, это имеет большое значение для нашей взаимной общей жизни. Что имеет значение? Ну, в общем-то, ваше стремление взаимное. Ваше взаимное стремление. Да, если будет взаимное, значит, у нас все будет, я надеюсь. А что у нас должно быть взаимно? Ну, быть вместе с сегодняшнего момента и навсегда. Александр, то есть если девушка появится рядом, вы на нее не обратите внимания? Нет, только никогда. Даму своего сердца. Только даму своего. Значит, делать вам нечего, отправляйтесь пошла, к себе. Пошла отсюда. И так тут мало на женихов у нас. Только там у моего сердца. Все, отдадите. Александр, и вот это вот целование оголенных ручек и плечиков, это уже на какой минуте? Ну, надо развивать какие-то отношения, правильно? Развивать, конечно, надо развивать. Да, но вы понимаете, что в жизни так... Целуйте меня! Целуйте! Лапзайте ее! Да-да-да. Мужчина! Вы понимаете? Мужчина! Мама, дорогая! Что не всегда вам так будет фартить, вы понимаете, да? Ну, начинать же надо с чего-то. И продолжать развивать, конечно. Слушайте, я уже начинаю сомневаться, кто из вас здесь... Знойный мужчина, берите меня, берите, мужчина! Боже ж ты мой! Ты что это? У него цветами розетка такая. Ой, Роза. Да, вот такие женщины, видишь? Да. Но ты себе этого не позволяешь. Так, ребята, значит, теперь послушайте. И вот, предположим, оркестрик заиграл ваша, кстати, любимая музыка какая? Из Бирмингема в Ливерпуль. Хорошо, пожалуйста, прямо сейчас вот по заказу. Розалия. Боже, это же не предполагало, что настолько блондинка. Да. Ребят, теперь стульчики отодвигаем в сторонку. Да, и я сейчас посмотрю, как вы будете А контакт, глаза в глаза. Еще я толком не запомнил твоего лица, но мы поехали, купили два каких-то пальца. Играл орган, все пили вино, твоя мама, почему ты назвала меня сынок? А теперь ВКонтакте. Что конкретно ты имел? Да. Вот я не понял. Нет, все понятно. О боже! Молодцы, да? Ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, а ты мне сыпала в смысле, что ты хорошо. Пусть сраный суть стемнеет в глазах, и ты сказал, окей, до встречи в небесах, я понял, это намек, я все ложу на лету, но непонятно, что... По-моему, меня кто-то водит за нос, и кто-то меня обманывает, это точно совершенно. Молодцы, браво. Знаете, я хочу сказать, Александр, я через буквально вторую минуту засомневалась, что у вас не было никогда близких отношений с женщинами. Или это Роза, которая так магнетически действует на любого мужчину, даже девственника вашего возраста. Пожалуйста, проходите. Ой, салу!
Роза, зачет, молодец. Просто сдала, можно сказать, экзамен по актерскому мастерству. Браво. Спасибо. Ой, Ларис, этих донов Педро и не сосчитать. Салун. Я не могу. Молодец. Скажите, Александр, какие у вас впечатления, какие чувства? Может быть, что-то новое пережили вот за свои 55 лет? Я чувствую, что я встретила вот именно истинно свою половинку, которая в ритме со мной движется. Раздразнила, Роза? А что ж теперь остальные-то невестам делать? Послушайте, Роза одинока, и вы одиноки. Да, ага, что кстати, вам мешает? Размечтался прямо. Он пусть приданого побольше соберет на меня-то. Боже, корыстно. Я как говорить, да, корыстно, интересно. Я тут полжизни работала. Роза, не 25 же. И что? Да, не 16, ну и что? И что? Александр, ну вы понимаете, что вам не всегда будет так вести, и не всегда такие женщины будут активны, как эта блондинка 25-летняя, красавица, кроткая. Я понимаю, поэтому и пытаюсь использовать ситуацию. Глаз загорелся. Да, конечно. Ну вы были смелы и удивительны, когда целовали плечо, шею, я просто была поражена. Константин, а что это вы так зарделись? Я смотрю, румянец какой-то у вас так на щеках. А здесь жарко просто. Да, только жарко. Вероятно. Может, ничего? Нет. Не ревность, нет? Может быть, чуть-чуть. Так, Александр, да. Все понятно. Историю вашу прошлой жизни ворошить не станем. Вас вдохнула Розалия новую жизнь какую-то? Да, вдохнула. Да? И жизнь, и энергию. Теперь я готов. Готов на что? Готов начать с ней отношения. Начать с ней отношения? Ой, могу, какой же наивный. Александр, ну что, будем сегодня какую невесту-то искать? Ну, видимо, реальную земную. А с реальной земной получится так, как с Розой, нет? Ну, я думаю, у меня получится. Ну, хорошо, будем искать невест. Тогда, опираясь уже на свой опыт общения с Александром, что бы ты подкорректировала в его поведении? Все-таки общались довольно близко. Ну, честно говоря, Александр, нельзя так на женщину нападать, вот если серьезно. Надо было бы сказать, как вы хорошо выглядите, у вас прекрасный цвет волос, я не знаю, у вас красивые глаза, и так он сразу так, давай к делу. А вы чертовски обаятельны, я тоже ничего, приходите к амбару, там договоримся. Это, Роза, по я сути... думаю, в случае Александра ему тянуть правду уже, ребят, нельзя, ну уже все, уже дотянул до 50... Вот именно да. Так, вот хватаете просто, вот и та, которая мужчины, не сопротивляется. Ну, тогда надо без разговора сразу заваливать. Да, Роза, я да, я за это. В общем, я вам желаю... Да уже хватит на нее вот так глазеть-то все, не ваша Маша. Ему надо просто какую-то зрелую женщину такую, знаешь, вот 50-летнюю. Чтобы она ему руководила. Худенькую, небольшую, да. Я считаю, что вам нужно встретиться с женщиной взрослой, типа Розы. Если у нее будут дети от предыдущих браков, это неплохо. Не надо мечтать уже о мелких. Зачем? Вам столько нужно наверстать, что не до детей. Вот получите эту радость жизни. Зачем вам дети? Вот радуйтесь, просто радуйтесь. Мне кажется, он сам как ребенок. А что вы пожелаете, друг мой милый? Ну, я пожелаю не отступать. Если он не отступать, если он решил прийти сюда и найти свою вторую половину, то нужно обязательно уйти сюда со своей второй половины. Угу. Не морочь ей голову. Ну, если нужно, немножко поморочить. Ой, ну и хорошо. Вот после рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Поженимся, у нас в студии Александр. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Добрый день. Я Александр. Алла. Очень приятно, Алла. Мне тоже очень приятно. Ну, спасибо. Проходите. Проходите. Будем разговаривать. Приятная внешность, но мне приятная. Кажется... Мне кажется, а что не проводил он... ты ее? Ну, не знаю. Здравствуйте, Аллочка. Ой, какая красивая. Как у вас все здесь красивенько, как у меня. Можно вам подарить сувенир из города Боровска, Калужской области, чтобы ваша передача процветала, росла, шаман, обновлялась. Нет, это русский народный символ солнца. Солнце – это энергия, обновление, процветание, рост. Хорошо, спасибо большое. С кем вы?
мои подруги, моя старинная подруга Люба и моя недавняя подруга Вика. Давайте на вас посмотрим. Алла, 43 года. Государственная служащая, имеет звание капитана. Сама может построить дом, вскопать огород и пересечь пол России на автомобиле. Ищет мужчину, который все это сможет сделать за нее. Мечтает о ребенке. Один жених с помощью Аллы хотел решить свои жилищные проблемы, другой не проявлял инициативу, а третий собирался сесть на шею. Надеется, что знакомство с Александром в корне изменит ее жизнь. Изменит, Василиса. Какие-то перемены вот у нашей невесты? Вы малоуживчивы и командир. А мужчина, конечно, серьезного возраста любит женщин более покладистых. Я боюсь, что несмотря на вашу внешнюю мягкость и расположенность к другим людям, вы, конечно, любите покомандовать в отношениях и довольно придирчивы. Прекрасная внешность. На мой взгляд, не настолько богатый опыт, который бы застил следующему мужу глаза. Но что мы будем делать с этим серьезным самостоятельным характером, я не знаю. Придумаем что-нибудь. Как тебе соперница? Блондинка вон. Такая же разборчивая, как Сашенька наш. Сашенька, я же вас чему там призывала? Комплименты. Ну вот скажите комплимент о внешности. Я хотел бы у Аллы узнать, если вы такая хорошая домохозяйка, вот что вы умеете готовить, интересно? Опа, чем вы можете порадовать мужчину после рабочего дня? Я умею все. Все умеете, да? Да. Выпечку? Мучное, да, умеете? Умею выпечку, могу борщ сварить, могу щи щавелевые сварить. А вы что любите? Судя по вашей комплекции, вы обжора. Судя по моей комплекции, я люблю диетическую пищу, типа растягай. Александр. Молодец. Угу. Салатики. А что же вы прям про еду сразу, опять про себя, а потом удивляетесь? Ну, она очень прекрасна. Скажите, повторяйте за мной, Александр. У тебя глаза, как у Лани. Глаза, как у Лани? И дальше импровизируете? И импровизирую, что очень симпатичная, улыбчивая женщина. Ну, она прям на 100% его невеста, да. Тогда точно. Она ему подходит, да. Аллочка, скажите, пожалуйста, у вас такой же небогатый опыт в отношениях с мужчинами, как у Александра. Замужем вы не были, детей нет? Почему? Вы же прихорошенькая. Ну, я не знаю причину. А сами как думаете? Или подружки что говорят? Высокие подружки скажут. Ну, я не думаю, что у нее высокие требования, у нее нормальные требования. Просто, может, она такой человек, она сначала все, как учимся, работаем, все у нее вот в одной паре шло как-то. А сейчас уже такой, может быть, настал взлет души, что требует чего-то более такого. Вот у вас было три жениха, есть три истории ваших встреч первых. Расскажите. Двое из этих женихов не умеют водить машину. Значит, как вы представляете себе, значит, я что, должна посадить жениха в машину и его возить? Мне надоело самой водить машину. Я хочу сесть, чтобы меня мужчина отвез на дачу, где я буду сажать цветы, разводить огород и так далее. Значит, у меня женихи-то от 2 разводов до 5 разводов. Вот. Вот первый жених, у него было 2 развода, у него 2 дочери, значит... Пока я его везла на дачу, он мне рассказывал анекдоты про Брежнева, которые были интересны 30 лет назад. Голосом Брежнева. Мне это совершенно не весело от этого было. Так это не дабы, это никому не было бы весело. А про детей что он рассказывал? А про детей просто он как бы не видел смысла вообще в садоводстве. Смысла в этом не видел. И когда я сказала про то, что я увлекаюсь, ну, мне нравится вообще-то. И это мои родители, осталось от моих родителей. Я это не брошу никогда, садоводство. Он сказал, это не нужно, но если только клубнику для моих дочерей. А выращивать эту клубничку должна Аллочка? Хорошо, да? И вот когда он сказал про клубничку для дочек, вы что ему ответили? Я ничего не ответила, просто мне стало... Остановились и выбросили его на дорогу? Нет? Довезли до места? Конечно. И вот вы приехали на дачу, и там что? Ничего, мне было просто скучно, и все. Неинтересно. Второй жених что у нас? Второй военный жених. Он был скуп, может быть, потому что он военный, я не знаю. Смотрите, с хурмой пришел, хурму помыл. Еще что он там прихватил с собой? Вафельный торт. Вафельный торт, ну да. Прелесть какая, ну да, прелесть. Вафельный торт, хурма. Нет, ну дело даже не в этом, я оценила заботу. И? Нет. Сам сожрал, что ли, все? Почти. Но он не знает вообще, как куда-то пригласить женщину. Я говорю, ну вы не знаете, тогда у меня остается один вариант, это на дачу. Молодец, тестируешь. А что? Ну, посадил мне 2 грядки лука. Молодец. Вот.
А я потом, что было? И потом я решила, что больше не нужно с ним встречаться. Ну, у него очень был большой живот. Ну, в общем, это он любил, наверное, пиво. Такой большой, что его собственную луковичку вы навряд ли разглядели бы, может да? быть. Ну, может понятно. Быть. А у них третий... было, да? А третий был такой худенький очень, ну как-то не... Шейка тоже такая была, тоненькая. Тоненькая шейка, похожая на утеночка, который в Останкинском пруду плавает. Ну, не понравился, не понравился. Сильная, она подавляет мужчин. В силу своего характера. Вы государственное служащее, у вас есть звание. Вы привыкли командовать, а не подчиняться. А как будет в семье вот, распределение ролей? Кто главный? Я не считаю, что я командую. Я очень слабый, мягкий человек. Я хочу подчиняться наоборот. А вот такому, как Александр, бы стали подчиняться? Не вряд ли бы. Почему? Если бы он был моим начальником, я, наверное, бы подчинялась. А как мужу? А вот как мужа я, ну, не вижу как мужа. Ну, вот, то есть я не вижу мужского в этом. Таком. А тогда зачем? На кой он перешел-то? Или ну, просто он хочет детей? Он хочет детей, он хочет не встретить старость один. Почему? Я его понимаю. Он не тюха-матюха, его просто надо, говорю, скромно, разогреть. Да. Разогреть, да. И все, он не тюха-матюха. Ну, проходите, покажите то, что вы приготовили. Ну, не Александру, нам всем. Я вам хочу подарить так. Черешневый черпак. О, интересно очень. Это русский такой изделие русских мастеров. Значит, черпак – символ благополучия. Значит, вы будете черпать земные блага этим черпаком. Вы будете в своей семье в полной мере хозяином. А когда кто-то или что-то выйдет из-под контроля, вы примените этот черпак. Черпаком бах по голове. Я вам его дарю, и мы посмотрим, значит, что вы, как вы будете, значит, земные блага выбирать. Только по-честному. Это символ деньги, деньги, да. Это конфетти, веселая жизнь, рис, достаток в доме. Я выберу, значит, вот как. Достаток в доме, потому что это как бы самое главное. Деньги, они еще не универсальны, а достаток в доме, он как бы для семьи, он универсален. Вот. Повеселье. Будет достаток, все будет. О, молодец, видишь, он как грамотно да. разговаривает. Ты слышишь, как он грамотно да. говорит? Да. Ну и какой вы сделали вывод? Ну, меня бы устроил мужчина, который наложил бы большой черпак денег, чуть-чуть веселья и большой хороший черпак достатка. Так. Мы странно встретились и странно разойдемся. Идите на место, я вас провожу. Спасибо вам большое. Забирайте своих подружек и проходите в комнату. Он у меня вообще такое впечатление, что он совершенно не искренен. Вот не искренен. Это не твое. Эх, Александр, Александр, так мы вас сразали, ничему и не научили. Ни глазки не строил, ни пытался завоевать, сидел скучно опять, ручки в комочек, губки поджал, опять про какие-то растягаи. Ну, путь же к сердцу мужчины лежит, как известно, через желудок. Да, то-то вот прям у вас такую дорожку протоптали к очередь вашему стоит. Сердцу, да. Ну, уже хватит, вот вам будет растягая Константин приносить по дружбе. А женщина нужна для другого, ну... Вам понравилась Костя невеста? Я бы дал другой ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что невеста хочет видеть в женихе какую-то силу, там, мужскую, но я могу сказать, что она сама такой очень авторитарный лидер, а два медведя в одной берлоге просто не уживутся. Тебе женщины не разглядели совсем. Ну вот видишь. Это не то. А вы что скажете, Алехандро? Ну я считаю, что мы смогли бы поладить, если бы... начали развивать отношения. Вот. Для этого нужна только искра. И все. А что, искры не было с искра, вашей стороны? Искра, я думаю, есть. С моей стороны. А взаимности я пока не уверен. Алла вообще, честно говоря, да выбирается. До 43 дожила, очередь, извините, не стояла. Еще сидит тут это и выпендривается. Чего выпендриваться-то? Редко мне нравятся женщины, так сказать, близко к моему возрасту. Очень мне понравилась Алла. Потрясающе. С таким чувством собственного достоинства. Такая умница, с такой иронией, с таким юмором. Аллочка, я вам желаю всего самого лучшего. Вы на меня произвели впечатление огромное.
Мне тоже Алла по-человечески понравилась просто редкостно. Но, к сожалению, кокетство ржавеет у женщины. Вот. Василису я, меня не взлюбила почему-то. Нет, нет, ты не права. Замечательный человек, но боюсь, что к мужчине нужно без столь прямых вопросов. Она слишком прямолинейна, она слишком открыта. Да. Ну, прямолинейна, да, да, это я права. Мне скучно хитрить. Но я могу сказать, что у Аллы остался, но я не хочу сказать последний шанс, это будет очень жестоко. Но в ближайшие полтора года у Аллы есть реальная возможность найти достойного человека себе. Поэтому советую ей быть внимательной, делать все для того, чтобы встретить этого человека. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736 Розы и Василисы, дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. Поженимся. У нас в студии Александр. Идите, знакомьтесь со второй девушкой. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно с вами познакомиться. Мне тоже очень приятно. Рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Проходите. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. С кем вы? Вот мои подруги Надя и Лена. Вы потрясающе выглядите, а наряд у вас, ну, я потом рассмотрю. Давайте пока посмотрим на экран. Елена, 49 лет. Бухгалтер, мечтает открыть свой бизнес и побывать в Париже. Гордится тем, что пережила развод. Признается, что истосковалась по мужской ласке. Елена вылечила мужа от импотенции, а он завел роман с ее приятельницей и отказался от совместного ребенка. Надеется, что Александр умеет быть благодарным. А Василиса, ну вот что, у Елены прямо вот такая разнесчастная судьба и ничего впереди не светит? Или звезды как-то будут все-таки благосклонны? Женщины, в гороскопах которых Марс аспектирован напряженными аспектами, квадратами, часто переживают поистине драматические ситуации с мужчинами. И, конечно, муж поступил с вами, ну, просто ужасно. Но если проанализировать весь бывший опыт и сделать выводы на будущее, сразу станет понятно, что вы часто бежите впереди паровоза, иногда слишком активно, за мужчину делаете то, чего он, может, и не просил бы делать. Я надеюсь, что у Елены следующая история любви будет все-таки приятнее и с более хорошим окончанием. Хотелось бы. Смотришь, как хорошо, мне нравится. Да, Ларис, прямо вот про себя думаю, господи, сколько же у нас бедных и несчастных женщин. И каждая, в общем-то, по-разному свою боль прикрывает. Вот Алла там под своей самодостаточностью, жестким характером. А вы вот не боитесь говорить. Вы знаете, кстати, тот, кто говорит, больше очередь выстраивается, потому что люди как бы хотят помочь. Все почему-то сильные. Надо быть слабой, выйти и показать, какая ты слабая, и тебе нужен вот друг, защитник, опора, правильно? Да. Ну что, получается, пригрели змею на своей груди, да? Когда мы общались, я же не знала, что она будет змеей. А змеей-то она уже оказалась потом. Так вы ее в дом пригласили или как? Нет, мы вместе работали на заводе, мы учились вместе в школе, потом ездили вместе в техникум, то, что у нее один техникум, нет, на другой, но был один путь, и потом вместе устроились на завод. А где муж-то ее увидел, когда? Муж также работал на этом же заводе. И вы ни сном, ни духом? Не догадывалась абсолютно. А как узнали? А узнала, уже получилась такая ситуация, что приезжал его отец, свекор, приезжал на 7 ноября. Мы думали, что, как обычно, праздник, стол, застолье. А он, оказывается, приезжал к ней знакомиться, свататься. И вот только после того, как его родители дали ему добро, что да, видимо, она им понравилась, и он после этого уже начал... А у вас, делаю вывод, были плохие отношения со свекром и свекровью? Они жили в Саратове, и можно, вернее, живут и сейчас. И поэтому отношения никакие. Ну как, при живой жене сватать любовницы? При живой жене пошли свататься. Вообще обалдеть, да? Такая ситуация ужасная. Вы с ней делились? Ну как нет, и многие. Нет. То есть вы рассказывали, что муж несостоятельный в постели? Как нет, мужчина ничего нет себе не представляет? Это все интимную жизнь была только у нас внутри семьи. И именно когда я его положила в клинику полечиться... А чего полечиться-то? Хронический простатит, импотенция.
Батюшки. Но дело в том, что лечение пошло очень хорошо. На пользу, да. Но, к сожалению, после лечения, как раз здесь просто здесь сложилось все вместе. Лечение 7 ноября, и тут же вот он вильнул хвостом и ушел. А вы с ней попытались поговорить, сказать, ты с ума сошла, у нас сын, в конце концов. Что ты делаешь? На чужом счастье. Ну, весь набор банальный. Пытаться с ней я не разговаривала, а я разговаривала с мужем. И на что мне была сказана страшная фраза. Запомни, у меня сына нет, у меня есть дочь. То есть ее? Ее дочь. На тот момент девочке было 8 лет, нашему сыну было 3 года. И после таких слов, когда сам родной отец отказывается, и, кстати, он не знал... А там тоже родная, да? Нет, нет, это дочь от первого брака. Да. Посмотри, она и он совершенно разные люди. Ее слишком много, да, по сравнению с ним, правда? Послушайте, я знаю, что мальчишка после того, как отец ушел, онемел в прямом смысле. Он лунатил очень сильно. Он стал, потому что он безумно любил отца. И на нервной почве через несколько месяцев он полностью потерял дар речи. Но главное, она все это пережила, вынесла. И посмотрите, выглядит хорошо. И старается еще и жизнь устроить себе. А вы не пробовали после развода, ну, еще раз попытаться какие-то длительные, серьезные отношения с кем-то? Были мужчины, попадались, но, к сожалению, не для брака. То есть они не хотели, они хотели просто встречаться, общаться. А мне все-таки хотелось создать... Скажите, семью. Что-нибудь в Александре настораживает, пугает? Ну, знаете, я вот тебя хотела спросить, какой бы вы хотели видеть около себя женщину? Вот в доме. Именно кухарку, которая будет около вас бегать с кастрюльками, с тарелками. Или же все-таки как-то, допустим, ходить в поход, ездить на экскурсии, может, даже на рыбалку. На рыбалку. Ну, в общем-то, люблю это дело. К сожалению, получается редко. Ну, уважаю. Походы с удовольствием. Ну, однозначно, не только кухарку, а созвучную во всех отношениях с путницей жизни. Александр, а вы женщину какой любите? Похудее, пополнее? Да. Ваш типа женщины какой? Ну, вот, может быть, не так важно, как телосложение, как важна энергия внутренняя, энергичность. Но она очень слишком для него груба. Импульсивно, мне кажется. Груба. Вот это там другая будет женщина, она подойдет больше. Поспокойнее ему надо. Вот. Елена, а Александр произвел на вас впечатление? Да, он для меня произвел впечатление. Мне так кажется, что мы могли бы найти общий язык, если даже где-то он будет немножко, может, стесняться или еще что-то. Я своей энергетикой смогла бы его разжечь. Нет, ну что, не подойдет все равно. А покажете сюрприз? Да. Вы знаете, я видела, как вы шикарно зажигали с Розой. Я очень хочу, научите меня танцевать, покажите. Я с удовольствием с вами станцевала. Может, у меня что-нибудь с вами бы получилось. Ну, давайте. Тут практика самая главная. Да, конечно. Молодцы, станцевали хорошо. И все. Проходите, проведите в комнату. Девочки, вам тоже спасибо. Вы с Лидочком, за подругой. Не сюда, Саша, до комнаты. Ваша комната. Ваша комната. Да. Можно вольности, немножко вольности, можно чуть-чуть. Да-да-да-да-да. Спасибо, девочки, спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр, ждем хорошо. Вас. Нормально, нормально, хорошо. Да? Да. Ну, Роза, может быть, тебе и обидно, но Александр с Леночкой ты зажигал даже, может быть, поярче, чем да с тобой. Суетливо. Ну, знаешь, что надо как-то... с голодухи так. Ну, ты прямо уже хочешь что? Ты прям хочешь на Оскар. Давай все-таки по порядку. Александр, все хорошо, теплее. А что вы так прищурились? Кость. Ну... Мне показалось, что Лена где-то, может быть, лукавила, когда рассказывала о своей личной жизни. Мне показалось, что где-то она хотела показаться более целомудренной, такой, да? Да, открытой, может быть, такой правдивой, чем на самом деле. Хорош, я лукавила, когда все было так на самом деле. Да, жизнь была такова. Леночка, мне кажется, очень теплая женщина, прям как... прижмет вас. Душевная, конечно, но...
Ну что, Ноя, смотрите, как зажигала. И залюбит-то как-то. Она вас пожирала просто. Да, прям, честно говоря, Ларис права, позавидовала. Ну надо же прям как мужчину так хотеть. Хочу тебе мешать, ну отбей. Опять отбить, не надо отбивать никого. Действительно, сколько можно же отбивать? Вась, мне, например, Лена очень понравилась, правда. Такая вот русская женщина, таких сегодня большинство, и они хорошие. Мужчин не хватает приличных. Одни спились, другие уже разобраны. Огромными достоинствами вообще обладают женщины-стрельцы. Они крайне самостоятельны. Это самый самостоятельный женский знак зодиака. Она еще и солнце в соединении с Марсом. Бежит впереди паровоза. Такая женщина начнет обольщать вас первым, скорее всего. Но мне кажется, что это и неплохо, потому что вы сами активность не бросаетесь проявлять. Когда я бегу впереди паровоза, слушай, меня надо останавливать. Один разок его прокипятишь, и он будет твой. Да. Все. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрины» продолжится. Оставайтесь с нами. Смотрите, давай поженимся, и я предлагаю вам, Александр, встретиться с третьей невестой. Проходите, удачи. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Татьяна. Мне очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно, Татьяна. Молодец, молодец. Ну, если мужчины не могут сами, приходится нам. Здравствуйте, Татьяна. С кем вы пришли? Это мои подруги Галина и Валентина. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Татьяна, 56 лет. Руководитель отдела в страховой компании. Каждое утро начинает с зарядки. Гордится своей физической формой, мечтает выйти замуж и погулять на свадьбе дочери. После смерти мужа Татьяна увела из семьи соседа и надеялась, что он заменит ее ребенку отца. Но он не был готов к этому. Надеется, что Александру удастся влиться в ее семью. Что ты расскажешь о Татьяне? Соединение Луны с Нептуном в Весах. Такие люди обычно умеют быть добрыми в любой ситуации, располагают к себе, даже иногда наступают на горло своей песни, если честно, и умеют улыбаться собеседнику вопреки всему. Может быть, у нас сегодня это и будет происходить. Немножко манипулятор. Но мне кажется, что для женщины умение манипулировать окружающими – это, в общем, не такой страшный грех, как для мужчины. Мужчины гораздо более страшные манипуляторы. Вот. Пожалуй, так. Тебе невеста нравится? А мне Танечка нравится. Правда, конечно, по возрасту старше вас, но зато, говорит, в хорошей форме. Я надеюсь, что как раз вам это будет очень хорошо, потому что за все время воздержания вот придется, как говорится, отдуваться. У меня мама даже... старше отца на 4 года. Вот всю жизнь прожили. А я и говорю, это вообще... всем пожелаешь такого... счастье и брака. Как вот вы увели мужчину, соседа? Ну, так получилось. У меня муж умер. И человек, который жил рядом, он, как я понимала, давно на меня глаз положил. И, в общем-то, начал ухаживать за мной. Вы стали вместе жить? Ну да. Жена его к вам не наведывалась выяснять отношения? Нет, мы выясняли отношения сразу, изначально. А как выясняли отношения? Мирно или... Ну, началось очень так весело, очень достаточно ярко. Получилась такая ситуация, что у него была... Ну, машина попала в аварию, он позвонил мне, попросил, чтобы я вызвала ГАИ. Я гаишника вызвала, и он попросил мне принести телефон. А это было прям буквально рядом. И он, в общем-то, я понесла ему телефон, а он, оказывается, в это время позвонил своим домой. Вот, сказал, что тоже в аварию попал. И пришел его сын. И когда он увидел нас вместе, там, естественно, он, в общем-то, был возмущен и позвонил своей матери. Прибежала мать и налетела на меня с кулаками. А вы что? Я ее положила на лопатки. И она просила, когда уже я ее положила, она поняла, что она сама справиться не может. Она говорила, отпусти меня. Я говорю, ну ты уходишь сейчас, и, говорю, за мной не идешь. Вот и через 2 часа он позвонил ко мне, говорит, вот хочешь, не хочешь, я прихожу к тебе. И вы стали вместе жить? Да. Нет, ну эти девочки, они как-то, вот для него они староваты. Для него вот они староваты, хотя разница в год. Ему вот надо, вот мне кажется, помоложе. Вы искали отца для своей дочери? Поскольку она осталась без отца, естественно, мне хотелось. Я думала, что, поскольку у него 2 детей, я думала, что он станет хорошим отцом. И сколько вы с ним прожили?
5 лет. И что все-таки случилось? Почему он не стал отцом вашей дочери, мужем для вас? Но характер вот такой, знаете, он внутри агрессор. Я в свое время, где-то вот после 4 лет, я задала дочери такой вопрос. Я говорю, как ты смотришь на то, если мы расстанемся с этим человеком? А она говорит, решай сама, потому что как он ко мне относится, мне не нравится. А как он к ней относился? Достаточно грубо. Достаточно грубо. А вы делали замечания ему? Пытались ему объяснить, что она девочка, конечно, нежная, что с ней так нельзя? У моей дочери умер отец, когда прошло буквально несколько лет. И мы как-то лежали и обсуждали в чем-то нашу жизнь, так сказать. И вот дочери я ему говорила, как важна для нее его внимание как отца. И он говорит, да что ты? Она давно уже забыла о том, что у нее отец умер. А сколько ей лет было к тому? Ей 13 лет было. 14. А вы не считаете, что это вам наказание за то, что вы сделали плохой поступок? Вы же разбили чужую семью. Но нет, он ничего такого особенного не сказал. Во-первых, он и не должен был рассуждать о вашем муже. Нет, а что значит, моя дочь забыла своего отца, что ей уже это как бы... Я знаю, что она не забыла, я знаю, что моя дочь безумно переживала потерю отца. А вы хотели что услышать от него? Ну, я постараюсь случае, стать не хуже, чем тот мужчина, который спал с тобой, и ты от него родила ребенка. Я постараюсь, чтобы она меня любила не меньше, чем твоего мужа. Нет. Как? Нет, у него была еще, слава богу, такая реакция, а не хуже. Ну, не знаю. А вам не стыдно? Понимаете, он когда ко мне пришел, я первый вопрос, который задала ему, говорю, ты женатый человек. Он говорит, я все равно там жить не буду. Таня, вы же понимаете, все от нас зависит, от женщин. Все зависит от нас. Мы создание хитрые, мы всегда знаем, чего хотим, этого добиваемся. А у кого-то удается держать мину правильную, кому-то не удается. Но мы, в принципе, да, за все расплачиваемся в этой жизни. Скажите, а сколько лет назад вы расстались? 5 лет. 5 лет? Вот перед вами сидит Александр. Ничего вас не настораживает, вас все устраивает. Ну, меня настораживает то, что у него нет семейного опыта. Я все-таки 18 лет прожила с мужем в семье, я прожила 5 лет с другим человеком. Танечка, вообще для чего брак нужен вот в таком возрасте, за 50? Ну что, для честно, чтобы... прям такие страсти нужны, не нужны они 300 лет? Нет, а может, наоборот, какая-то страсть? Уверенность. Может, я как раз и смущает то, что у него вообще никакого опыта нет. Учись. Ты по себе судишь, это да, тебе ведь нужны страсти. Да, смущает. Вот, смущает. Меня смущает, что опыта нет. Так бы пришел бы на готовый уже, учить не надо, а тут еще неизвестно, ему научишь. Мне кажется, в этом есть какой-то определенный шарм. Шарм, учить, да. Ух, если его прижать к теплой стенке, да, может, кое-что еще получится. У тебя точно получится. Как бы он бы не сбежал, чтобы у него батарейки не сели. Ничего, ничего, не сбежит. И вот чем вы будете с Александром заниматься? Ну, во-первых, я свое свободное время провожу в бассейне. Я очень люблю. А вот поэтому она такая подтянутая. Молодец. Мне тоже нравится. Я занимаюсь... Тоже, да, я люблю плавать. Я занимаюсь плаванием. Я проплываю от 1,5 километра, даже 1,7 километра брасом. Мне есть чему поучиться. Вот, поэтому вот мне нравится вот так. Я очень люблю гулять в лесу. Очень люблю. Вы заметили. Я поддерживаю в этом тоже. Да? Могу поддерживать, да. Мне тоже нравится. Поэтому я очень люблю театр, я люблю кино, я люблю просто посидеть с книжкой дома. Да все вообще подходит. Да, все подходит, я тоже так Ой, же. Как здорово. Ну тогда покажите сюрприз. Александр, да? Поскольку я знаю, что вы любите заниматься спортом, и я тоже люблю заниматься спортом, поэтому я вам предлагаю покрутить хула-хуп. А, давайте попробуем. Получится? Практики нету. Ничего, я вас научу. Научу. У вас неплохо получалось. Александр, движение, в общем-то, из одного... Ой, даже не буду договаривать. Нет, девочки, ваше время истекло, проходите в комнату. Молодец, знала, на что тестировать. Да, девочки, попробуем, проходите. Константин. Ну, мне Татьяна очень понравилась.
принципе, я ее понял. То есть она всю жизнь прожила семейной жизнью, сейчас осталась одна и как бы не привыкла к этому. Соответственно, ей нужен человек, вторая половина. Вот. У нее активный образ жизни довольно. У Александра тоже, то есть у них много общего, и мне кажется, что это хорошая кандидатура. Мне тоже так показалось. Как тебе мужик-то вообще? Помнишь, у меня отсутствие сексуальных способностей. Нет, девственников не было. Роза? Я тоже не против Татьяны. Более того, Танечка, ну не смущайтесь. Во-первых, в том ряду, в котором вы на моем рынке стоите, там вообще уже не очереди, вообще никого нет. Поэтому тут вон такой козырный пришел мужчина. Но должны быть какие-то недостатки. Конечно, без денег. Но ничего, у кого больше денег, тот и делится. Правда ведь? Зато хорош, не пьющий, не дебошир. Можно сказать, золотой просто. Ну что, девки, делать-то? Да ладно тебе, господи. Дело случая, не переживай. Да, я уже говорила, мне очень нравятся вот русские женщины, с судьбой каждая из них хороша. И меня не пугает этот опыт, увела, не увела, знаете, мужчина не тело, в конце концов, не захочет, не уведет. Ну, вот была такая вот Татьяна история. Хорошая, понравилась. С Александром, честно говоря, не вижу. Не видит она меня с Александром. Да, не видит? Она сказала так. А Василий? Тих. Абсолютно ваш тип женщины. И среди всех трех невест именно Татьяна должна была вам вот своей повадкой, что ли, понравиться больше всех. В ней нет излишнего нажима на мужчину. Есть достаточно выжидания, но и одновременно, в общем, есть достаточное дружелюбие и расположенность к мужчине. Но я соглашусь с Ларисой, что вряд ли она выберет мужчину такого типа, как вы. Она любит мужчин с, как бы это сказать, с активным мужским началом, ярко проявленным. Нет, а он сказал, что он девственник, я вообще опал. Константин, вы видели трех женщин. Кто из них достоин вашего друга Александра? Я бы сказал, что сначала мне по душе, что ли, ближе, мне понравилась Алла, конечно. Потому что я сам Овен, и мне как-то такой волевой характер очень близок, я как бы понимаю. Жених тебе понравился? Нет, мне жених не понравился, но я очень искренне желаю ему, чтобы у него все получилось. Но если он зайдет, ты выйдешь? Выйдешь к нему? Нет, я не выйду. С другой стороны, если человек сказал, что ей нужен более брутального типа мужчина, то я думаю, что здесь Александру лучше выбрать, конечно, Татьяну. Потому что такая жизненная энергия, активность, стремление создать семью, как-то мне кажется, что это для Александра выигрышный вариант. Ну как он тебе, Танюш? Ну, девственность, это, конечно, очень неожиданно, очень непривычно для меня, но... Я рекомендую Елену. Будет 99% попадания в цель. Елена. Девочки, мне Александр понравился, и если он сюда войдет, я за ним выйду. Мне очень понравились все женщины, редко так бывает. Каждая из них достойна хорошего мужчины, достойна, чтобы проживать лучшие зрелые годы в любви и согласии. По большому счету, я не вижу рядом с вами никого. Но с Татьяной... Можно было бы попытаться, если вы будете над собой работать. Александр, никто не обязан вас любить черненьким. Пытайтесь что-то в себе изменить. Пытайтесь все свое внимание, все то, что у вас есть лучшее, обратить к женщине. Будьте более заинтересованы. Женщине нравится, когда о ней говорят, когда ей интересуются, когда задают ей вопросы. И прекратите вы с этими уже кулебяками, драниками и так далее. Ну что, голодное детство, что ли, в конце концов? Начинайте с этого. И все эти разговоры про детей, что она должна быть моложе или там не моложе. Ну давайте, будьте к себе объективны. Какие дети? Вот ждите общих внуков и все у вас будет прекрасно. Татьяне, мне кажется, Татьяна. Если она зайдет за мной, я за ней выйду. Это интересно. Я должна сказать с сожалением, что вам подходит Татьяна из всех женщин больше всех. С сожалением, потому что вряд ли она когда-то свой выбор на вас остановит. Поэтому я в замешательстве. С одной стороны, Елена будет рада выйти с вами. Мне такое ощущение, что но он 40 на 60. Войдет? Да, что он войдет, а 40, что он не войдет. С другой стороны, стоило бы пойти к Татьяне, потому что именно ее бы вы чувствовали как более родного, наверное, человека, более близкого, и именно к ней смогли бы быстрее адаптироваться. Рискнуть можно, да, рискнуть можно.
Александр, вы сделали свой выбор. Идите, и чтобы вам не отказали, помните вот наши советы, помните, мы вам желаем добра. Поэтому вооружайтесь и вперед, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 44. Михаил, 20 лет, номер 1773. Звукорежиссер в клубе и бэк-вокалист. Ищет женственную и беззащитную девушку, о которой ему захочется позаботиться. Татьяна, 28 лет, номер 1774. Парикмахер-модельер. Ищет мужчину, который не будет мешать ей реализовываться в профессии. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Выходите, давайте его поддержим. Александр. Татьяна, я был у вас, поэтому хотел бы с вами связать свои отношения, построить именно с вами. Спасибо, Александр. Я очень рада, что выбрали меня. Хорошо выглядите. Давайте рядом. Спасибо. Нравится. Внешне похоже. У нас есть пара Александр и Татьяна. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Зачем бегать там направо, налево? Ну да, я ревнивец, я мавр еще тут. А дикий конь, который никогда не видел стойла. Вы меня раскусили, это действительно так. Но и мужчине как-то нужно проявлять фантазию и пытаться себя будоражить. Можно я тебя украду? Я еще ни одного мужчину не видела, который женился. И чтобы у тебя со мной, без меня, ну чтобы были розы.